Да, с нами тут сидит Константин Толоконников, лидер российского сезона прошлого летнего, который сейчас будет комментировать. Я никого не знаю, там кто бежит. Девушек. Ну, они все тебя знают. Ой, какая толкотня. Я первую знаю. Очень резко знаю. Итак, первая у нас бежит. О, так это Инесса Гусарова. Вторая бежит Елена Кобелева. Инесса Гусарова. Я могу сказать, что бег проходит не слишком быстро. 30-32. Но они, видишь, толпой бегут. Посмотрим, что будет на 400. Инесса Гусарова, конечно, мощно бежит. Марина Поспелова бежит второй, по-моему. Ничего себе, какой у них составчик тут на этом забеге. Да, Марина выходит вперед. 1:02:21, и Марине нужно очень набежать для того, чтобы превзойти результат Татьяны Маркеловой и гарантировать себе место в финале. Вот третья бежит Елена Кобелева, а Инесса Гусарова уходит все дальше и дальше. Но с этой позиции гораздо удобнее атаковать. Итак, Марина Поспелова приближается к отметке 600 метров. Елена Кобелева входит. 1:33:17. И сейчас, по всей видимости, Кобелева будет предпринимать попытку атаки. Ну вот, новосибирская легкоатлетка Ярославская. Кто же из них покажет? Лена Поспелова, Лена Кобелева. Две пять, наверное. 2:05, скорее всего. И вот Елена Кобелева и Марина Поспелова. Финишная прямая. Вот. И Елена Кобелева все-таки побеждает. Но бросает бежать зачем-то. 2:05:18. Это не так уж быстро.